Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Вот я с вами, вы не поверите, по какому поводу мы сегодня с вами говорим. Кнопка пришла, пришла кнопка от Ютуба. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это она, а не какая-нибудь пицца. Вот, ебанутая. Не знаю, вот, как это было. Соответственно, те, кто давно подписан на канал, помнят, когда я говорил про кнопку, когда было, по-моему, 125 тысяч подписчиков, сейчас их 320. Соответственно, никакой кнопки не было, ни ответа, ни привета, никто ничего сам не писал. Вот, тут я решил, люди ждут, я жду, почему бы не написать, почему бы не спросить вообще, что происходит. Написал службу поддержки YouTube, правда, долго искал, где написать, но зато очень быстро ответили. Ответили они буквально на следующий день, я написал, ребята, вот такие дела, канал, там, 320 тысяч подписчиков, кнопка должна была быть, кнопки нету, они сказали, все, одну минуту, сейчас проверим, буквально... Сразу ответили, да, все, награда положена, вот вам код, вводите его на специальном сайте, какой-то сайт, где это делается, вводишь код, и тебе пишут, что shipment, ну, то есть поставка отправлена, ваша награда идет. Соответственно, ну, очевидно, из Америки она идет, и вот тут, ну, наклейки всякие американские, вот какая-то тут DOC, не знаю, что это, обычно на тюремных робах это в кино, Department of Crime. Но это, видимо, что-то другое, я надеюсь, по крайней мере. Вот, и, соответственно, позвонили, написали сначала из UPS, что нужны данные для растаможки и груз на таможне. Соответственно, я почитал в интернете какие-то отзывы, были очень они не очень хорошие, я стреманулся, думаю, что сейчас там фиг что растаможишь. Но это может быть с какими-то более сложными грузами, в моем случае все было очень просто. Заходишь, там тоже какая-то форма, заполняешь ее, все данные, потом пишешь, самое сложное это было про груз написать, то есть ценность, описать, что это, откуда. Ну, там есть такая, типа, подсказочки, что ценность $20, то есть вот двадцаточка. Вес, и ты должен написать, что это награда для авторов YouTube, и ты будешь использовать ее в личных целях. Ну, просто я не знаю, в каких еще целях можно, ну, может, кто-то продает, но это охереть, как сложно и заморочено. Создать YouTube-канал, набрать подписчиков, потом продать эту кнопку, кто ее купит, непонятно. Но факт есть факт. Кнопка пришла, вот, пожалуйста, можете посмотреть. Похоже на коробку из-под пиццы Domino's. Немножко подранная, никто в нее не заглядывал, все заклеено, поэтому я тоже не открывал ничего, потому что надо все кошерно делать при камере для подписчиков. Собственно, ребят, я обещал, это ваша награда, она вообще не моя. Спасибо вам, что смотрите, что подписаны. Знаю, постоянные рубрики смотрят не так много народу, но зато они смотрят их наверняка определенное количество людей. И это приятно. Собственно, я говорил, это канал единомышленников. Больше видео набирает просмотров какие-то там, типа, вайны, сценки. Ну, они тоже будут. Но, как бы, мне очень приятно приветствовать костяк зрителей, которые смотрят именно за нашими приключениями съемочных групп и вообще за нашими героями. Ребята, награда ваша. Сейчас мы посмотрим, что там. Надеюсь, она не как-то там разломана. И, в общем, надеюсь, что все с ней хорошо. Так, производим быстрое вскрывание. Значит, так, соответственно, оп, такая вот штуковина, сделаю вот так, чтобы было видно. Значит, та-дам. Так. Значит, визиточка, congratulations on your subscriber milestone, там поздравляются с достижением числа подписчиков, YouTube, тут поздравительная, значит, штучка, бумажка, значит, я могу, ну, можете посмотреть, я думаю, уже на каждом видео это все показывают, sincerely yours, и все такое, вот, значит, SEO YouTube. Все прекрасно. И сама табличка, она вроде бы абсолютно целая. Все с ней хорошо. Выглядит она вот так. Ну, я ее где-нибудь повешу, и она будет в честь вас, дорогие мои друзья-подписчики. For passing 100 тысяч.
В общем, не знаю, дотянем ли мы до миллиона с вами, но, надеюсь, когда-нибудь посмотрим и на другие, скажем так, таблички уже с другими цифрами. Ну, а нет, и не страшно, собственно, хорошо, что мы все вместе. Соответственно, что еще хочу сказать в этом видео, что... Простите, пожалуйста. Что еще хочется сказать? Огромная благодарность вам, что вы смотрите. Мы стараемся делать много интересного контента. Мы сделали веб-сериал, который я обещал. Он есть. Я видел, там люди пишут, а что если кто, мы скинемся, чтобы получить ссылку. Не надо ничего скидываться. Мы же договорились, что он будет. Он будет. Но дело в том, что мы его очень захотела купить платформа МТС. И пришлось им тоже часть прав на показ там продать. Он будет и здесь, он будет и там. Вот. Но из-за того, что все это произошло, нам премьеру придется делать совместно с МТС, и мы запланировали это на какое-то следующее время года после зимы. Весна. На весну. Вот. И, в общем, весной все будет. Но мы постараемся еще, может быть, до этого что-то снять. И, в смысле, я имею в виду для YouTube-канала. В общем, будет все равно много интересного. Я надеюсь, что вы смотрите «Кинокухню». Проект необычный, но... Такой наш маленький Дом-2. Ну, в хорошем смысле, я надеюсь. Спасибо, друзья. Спасибо за эту прекрасную награду. Я рад, что мы вместе. Всего хорошего. Всех обнял.